Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Новый штамм вируса продолжает свирепствовать, а где-то с новой силой набирать обороты. Многие люди, которые переболели, рассказывают, что вирус не проходит бесследно. Последствия от него еще долго не дают покоя. Как все знают, самой подверженной группой для вируса являются пожилые люди. Не так давно Александра Пахмутова и Николай Добронравов переболели этим вирусом и были выписаны из больницы. Они как раз входят в ту самую наиболее подверженную группу. Александре Пахмутовой 91, а Николаю Добронравову 92 года. Известный телеграм-канал со ссылкой на домработницу пары известных композиторов сообщил, что пара находится в очень плохом состоянии. По факту, домработница сейчас является сиделкой. После выписки из больницы они очень слабы. Николай практически не встает с кровати. Болезнь дала сильное осложнение на сердце. Приходящая медсестра ставит капельницы и колет витамины. Реабилитация у Александры Пахмутовой проходит значительно быстрее, чем у мужа. Она уже несколько раз в сопровождении помощников выходила на улицу. Звездной паре регулярно звонят ведущие с просьбой дать интервью. Но они отказываются. Андрей Малахов, когда узнал, чуть не упал. Звонил, высказывал слова поддержки и предлагал свою помощь. Александра и Николай поблагодарили и сказали, что они ни в чем не нуждаются. Редакция нашего канала желает крепкого здоровья Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову.